Сегодня стреляем в Армин Восток. Правила очень простые. У нас дистанции от 50 до 120 метров, шагом 10 метров. Так как это действительно сложно стрелять в поле, то нашими правилами предусмотрена возможность установки организаторами флагов. Вы можете по флагам смотреть, какой ветер, ориентироваться, куда, что и как сносит. На стрельбу отводится 6 минут. Да, то есть стрелять нужно быстро. Почему быстро? Потому что есть флаги, вы можете по ним ориентироваться. На стрельбу отводится 12 выстрелов. 8 мишеней, 12 выстрелов, 6 минут. Значит, Серег, ты должен объявлять, что осталось 3 минуты, минута 30 секунд. Понял? Надо с той стороны загонять. Степ, тебя все ждут. Либо как вариант засверлиться, сунуть туда втулку. Две минуты. Первый закончил.
Перед тем, как начать стрельбу, вы выкладываете на стол 12 пулек. Чтобы они не укатились, желательно делать в крышечку от банки с пулями. И все остальное со стола убираете. Остается только винтовка, баллон при необходимости и пульки выложенные. Снаряжать магазины можно только после команды «Огонь». Да, это нивелирует разницу между однозарядными винтовками и многозарядными винтовками. А что 25 не добились? Что сегодня сейчас не сделать? Нельзя поставить? Один наводчик поднять, понимаешь, другой. Готовы? Да. Готовы. Огонь. Второй закончил, 122 пули. Болдер закончил. Первый очный варминт, очень здорово. Вспомнили, что это такое. Через две недели следующее соревнование БР-100 объявлю в нашей группе. Давайте награждаться. Полную таблицу призеров с результатами я сегодня опубликую. Сегодня или завтра опубликую у нас в чатах и на сайте. И давайте мы начнем с вами с легкого класса. Третье место
занимает Глухман Павел Сергеевич. Первый раз приехал, поучаствовал. Большой молодец. Так, раз. Вот так. О, два, три. И туда смотрим. О, класс. Так, второе место у нас занимает Разбегаев Алексей Викторович. Хорошо, когда всего три человека. Молодец. Ну, о, легкий класс, супер. Вообще, да. Какой-то результат есть. Да. Третье место у нас занимает первое. Степа, отвлекись от телефона. Морщагин Степан Леонидович. Я смотрю, как называется эта винтовка, которая высокоточная. Выбил целых 200 очков в легком классе. Это очень-очень круто, я считаю. Грамоту держи тоже. Как баб называется? Не помню. Не знаю, не смотрел. Так, следующий класс у нас будет открытый. Третье место в открытом классе занимает Руссо Павел Юрьевич. Так. О, медалька, типа грамота. Второе место занимает Разбегаев Алексей Викторович. С результатом 270 очков перестрелял Пашу по времени. Так ему и надо. Вот. Это уже результат, наверное. О, отлично, отлично. Все, спасибо. Туда. Так, первое место занимаю я. Я себе сам надену, ладно? Спасибо. И переходим к нашему самому тяжелому полнотелому классу. Третье место в нем занимаю я. Ну, сам себя не наградишь, никто не наградит. Второе место у нас занимает Степа Морчагин с результатом 320 очков. Так, да, я тебя награжу. Ну, я думал, уже все. Нет, еще не все. О, вот так. И первое место занимает Андрей Косякин, который даже не все пули потратил. Большой молодец. Оп. Результат 320 очков. 32 выстрела. 350. Почему? 350, прошу прощения. 350, да. Да, молодец. Ребят, спасибо, что приехали. Классно постреляли. Давайте собираться на соревнования следующие и продолжать стрелять. Всем спасибо. Всем пока.